Словацкий город Бордиёв с ответным визитом посетила делегация Владимирской области. Поездка прошла в рамках договоренностей, достигнутых в мае этого года на 5-м экономическом форуме. Тогда у нас побывали словаки. Итогом визита стало соглашение о партнерстве между Бордиёвом и Суздалем. Наш визит был вторичный. Он состоялся в конце августа во время традиционной международной бордиёвской, известной на всю Европу, ярмарки. Это второй день города в городе Бордиёве, где они приглашают всех городов, все города-побратимы. Во время рабочей встречи в здании ратуши глава администрации Суздаля Сергей Сахаров и мэр Бордиёва Борис Ганущак закрепили договор о сотрудничестве и обсудили вопросы взаимодействия между городами в различных сферах хозяйственной деятельности, а также в туризме, культуре и спорте. Мы договорились, эти встречи будут постоянными. Уже в конце этого года, либо в начале следующего года молодежная делегация в составе 15-20 человек из города Бордиёва приедет в город Суздаль, и мы с удовольствием их разместим по договоренности со словацкой стороной в наших семьях, и обязательно будет обмен художниками в ближайшее время.